Нет. Ну не фоткать, в смысле, на видео нажать надо. Подожди. Я уже снимаю, нет? А, да. Да, идиот же, конечно. Блять, не пикнул. Так. Света, готово? Итак, вот смотрите, все спрашивают, да, а надо ли сразу, например, лицевую технику применять, да? А где же разминка там, нужна она, не нужна? И так далее. Дело в том, что люди разные есть, да, некоторые подходят, вот, я не знаю, там, на пляж, например, да, и сразу видно по походке, он такой есть, как вот на шарнирах, там, у него все такое легко. Таким людям сразу можно раз, и все поставить на место. А есть люди по консистенции, я там даже их разделяю, да, вот есть там желеобразное, сметанообразное тело, да, пластилинообразное, глинообразное, каменообразное, да, там вот прямо вообще не разомнешь, там очень жестко. Поэтому мы с такими людьми работаем долго, и за один сеанс долго, и за несколько сеансов подготавливаем тело, пока оно не будет податливо, чтобы произвести манипуляцию. В данном случае вот мы у человека проверили, он, в принципе, вот видите, вот расслабленная шея, хорошо поворачивается, хорошо ходит. И есть такой миф еще про атлант, что он на самом деле очень жестко закреплен с черепом, и его повернуть очень тяжело относительно черепа, да? Ну, там много разных мифов, какие-то из них там правдивы, какие-то не очень. Некоторые говорят, что поставить можно атлант только специалисты, только там в специальных там, заведениях медицинских, да. И специальные такие приборы есть, вибрационные такие, ультразвуковая пушка, которая пробивает вот так вот, да, и потихонечку его ставят на место. Но на самом деле, вот из моей практики, атлант ставится достаточно просто. Это буквально там минутное дело. Если вы подготовили человека и размягчили, да, его мышцы подготовили, повернуться он может и на 2 мм, и на 10 мм, да, есть разные степени как бы свернутости относительно черепа. И вот просто продемонстрирую, как бывает это просто. Ну и также он, кстати, может легко и свернуться, когда человек, например, долго лежит в какой-то позе, на диване телевизор смотрит. Позвонил вдруг резко телефон, он вскочил, дернулся, да, и не подумал ничего, а там как-то зажало, да, ну там поболело, там денек-другой, да, прошло вроде, а поверху все равно остался позвонок, да. Можно подойти к человеку вот так вот, расшатать его голову, ну, немножко так боком встанем. Я только не знаю, там будет слышно камень или нет. Вот примерно ловите угол, вот под таким углом там ставится, да, и буквально там вот двумя пальчиками так раз. Слышали? И также в другую сторону. То есть на самом деле это, если человек готов, вот еще раз, чтобы не было страха, чтобы не было паники. Раз. Ну, буквально пальчиками. Так. Зеленым шокирован, да? Так что иной раз не такой страшный черт, как его рисуют, все гораздо проще. А всему вас этому научит Олег Алавгудин. Это великий популяризатор на всем пространстве интернета. Вот заходите к нам в Академию интересных ориентированных практик. На Ютубе, на всех социальных сетях она есть везде, да? А лучше приходите к нам, я вам поставлю руки, мы все это попробуем на живой натуре. Вы уйдете с отработанными навыками в своих руках, да? В дело, в работу будете все это применять. Ну как ты? Что почувствовал? Ну, поделись хоть немножко. Ну что, супер. Я теперь могу. Ну, не ожидал. Да. Вот, а все остальные приемы вы видите в других видеороликах, а лучше приходите к нам вживую.